Почему может болеть живот во втором триместре? Если же боли живота носят скорее тянущий характер, вполне можно предположить, что ощущения вызваны ростом матки. Если у вас на этом сроке болит живот, и это сопровождается резями, острой болью, бурыми, мажущими и яркими выделениями, это повод как можно скорее обратиться в больницу. Такие симптомы не терпят отлагательств и самостоятельного лечения. Все эти абсолютно физиологические изменения вызывают ощущения, и женщины жалуются, что на 18 неделе беременности болит живот. С 20 недели беременности рост матки пойдет еще более быстрыми темпами. Вообще матка представляет собой мышцу, которая начинает очень быстро расти и тянуться. Матка крепится связками к тазовым костям, и из-за достаточно быстрого роста матки связки начинают растягиваться. На 18 неделе беременности матка становится уже достаточно большой и находится практически на уровне пупка. Хотя чаще всего причина болей в животе на 18 неделе имеет под собой физиологическую и вполне объяснимую основу. Многие женщины сразу записываются на дополнительные обследования, УЗИ. Часто у будущих мамочек с наступлением 18 недели беременности болит живот. Это вызывает страх и панику. Чем можно себе помочь на 18 неделе? Приобретите бандаж. Это позволит снять излишнюю нагрузку на связки и ослабить неприятные ощущения. Бандаж следует носить только при длительных пеших прогулках и бытовой активности. Во время отдыха, сна, бандаж следует снимать. Займитесь гимнастикой. Специальная гимнастика для беременных способствует укреплению мышц и подготавливает тело к родам. При выборе занятий смотрите на опыт инструктора и ориентируйтесь на свое собственное самочувствие. Разгружайте поясницу. В течение дня несколько раз вставайте на четвереньки. Можно делать прогибы в пояснице, это позволит ослабить давление на поясничную область. Когда укладываетесь спать или отдыхать, используйте всевозможные валики, мягкие подушечки, чтобы вам и вашей спине было удобно и комфортно. Избегайте длительных пеших прогулок. Если в данный момент вы испытываете боли в животе, связанные с растяжением мышц, постарайтесь исключить длительные пешие прогулки. Пусть организм свыкнется с возрастающей нагрузкой. С тем, что 18 недель беременности болит живот, сталкиваются многие женщины, но чаще всего это не боль, а временные неприятные ощущения, связанные с ростом матки. Через пару недель все изменится, и от неприятностей не останется и следа. Читайте далее: коричневые выделения при беременности.